Лучше всего ощутить красоту храма Улан-Прабанга можно только вечером, когда почти нет туристов и ничего вам не мешает наслаждаться этими красивыми сооружениями. А красотой заката можно насладиться, не обязательно взбираясь к вечеру на гору Путси, где собирается просто огромное количество туристов, или же идя к одному из многочисленных кафешек на берегу реки Меконг. Можно просто найти хорошее местечко на самом берегу и наслаждаться закатом в одиночестве, или же взять с собой любимую девушку. Это очень красивое зрелище. Правда, здесь оно не слишком частое явление, так как почти всегда солнышко закрывает тучки. Такие вот толпы туристов собираются в многочисленных прибрежных кафешках. Конечно же, местные на эти красоты уже не реагируют. Для них это просто будни. Еще одним очень популярным развлечением у туристов является встреча заката на борту какого-то корабля. Я же решил встретить закат стоя на берегу реки Меконг.
После встречи заката туристы снова возвращаются в Луанг-Прабанг, и жизнь в городе продолжается. Одним из мест, где любят проводить время в ночное время туристы, является ночной рынок Луанг-Прабанга. Здесь вы можете купить вещи как ручной работы местных лаосцев, так и вещи китайского ширпотреба. На этом рынке обязательно можно и нужно торговаться. На время работы ночного рынка всякое движение на улице, где размещен этот рынок, перекрывается. Здесь только пешие прогулки.